Не переворот. Мы приехали договариваться. Мы приехали договариваться. Не на обманываем, да. Ходит спокойно, работает. Скажите, не будет сейчас какое-то на вас ответное воздействие? Нас так уже признали террористы. Сегодня сказали, что они террористы. Работайте, парни. Все, спасибо, братан. Нормально все будет. Оскар, это понятно? А потом рот открывает. Чуваки, ой, а вы все понимающие. Женская война будет. Все, ребята, давайте собирайтесь, конечно. Хватит устраивать клоунаду. Снимается на камеру. Не клоунада. И не сын. Улица, вернее, проспект Буденновский перекрыт. Людей с... вернее, машины не пускают, а по подземному переходу люди проходят, переходя Большую Садовую. Машины ездят только на Садовой, по Садовой. Здесь же рядом стоят военные грузовики. Здесь патруль, непонятно, чей военный, люди в военной форме. Стоят, перекрывают Буденновский, не пускают никого. Просто-напросто, потому что на Буденновском расположен штаб его. Это ЦУМ. И напротив ЦУМа стоят военные машины, грузовые. Thank you.